Привет, друзья! Как вы уже поняли, у меня новый велосипед. Это не замена моему подвесу, а это плюс еще один велосипед. Я думаю, что для многих, кто следит за моим инстаграмом, это не было новостью прям. Если вы вдруг не следите за моим инстаграмом, то обязательно на него подпишитесь. Так вот, те, кто следил за инстаграмом, наверное, думали, что и понимали, что рано или поздно мне надо будет возить в детском кресле ребенка. И как-то на Санту детское кресло не очень становится, поэтому... Было решено взять себе обычный, контрийный, бюджетный сравнительно велосипед для того, чтобы катать ребенка в велокресле. Тем не менее, я покатался на нем пару недель и могу уже сделать какое-то вообще вот такое мнение свое, насколько он хорош, этот велосипед, насколько вы можете что-то на нем себе позволять делать и вообще вот для чего... Такого плана велик может подойти для таких, как я, вот людей, которые живут в городе и любят много кататься. Ну, практически постоянно любят кататься, потому что пешком их ходить не впирает. В общем, это мой опыт использования сравнительно бюджетного контрийного велосипеда Merida Big 9 62X. Обзор на этот велосипед я уже делал, тут ничего сверхъестественного, прайс примерно около $700, они подорожали в этом году, раньше он был прям бюджетный, сейчас он уже, ну, скажем так, не лимитед, потому что лимитед стоит почти в два раза больше. Я быстро пробегусь по оборудке, здесь спереди стоит две звезды, честно сказать, мне это не сильно прям нравится, я пользуюсь только одной, мне лень даже переключаться, то есть у меня на одну я поставил и на ней катаюсь, вот, поэтому был бы сингл, было бы лучше, честно скажу, как есть, ну, во всяком случае для меня. То, что мне здесь сразу очень понравилось, в принципе, я, ну, ради этого и брал этот велосипед, то есть есть еще бюджетнее, но я вот думаю, что этот, в принципе, с вилкой есть нормально. Я помню, раньше катался на бюджетных великах, ровно едешь нормально, как только начинается минимальная даже тряска, руки постоянно отбивают. Здесь стоит RockShox Judy, она пружина, не воздушная, тем не менее, мне вот руки не отбивают, то есть нету проблем там с кистями, со всеми делами. Моноблоки, которые мне так не нравились, смешанные вот шимановские, и монетка, и тормоз, все в одном. Опять-таки, мне это до сих пор не нравится, но оно работает, оно тормозит довольно-таки нормально, как для этого велосипеда, поэтому в работе никаких проблем нет. В обслуживании, не знаю, если вдруг придется обслуживать, тогда уже скажу ваш отзыв по поводу того, как его обслуживать. По остальному, обода, покрышки, все это плюс-минус базовое. Ну, естественно, не одинарная обода, двойные, втулка кассетная. В общем, этот велосипед, как я сказал, он типа как сравнительно бюджетный, но это прям не самое-самое там дно, которое может быть. То есть, в принципе, он стоит нормальных денег, но если, допустим, в основном люди у нас покупают лимитеды, которые сейчас закончились, то лимитед стоит примерно там чуть ли не в два раза дороже. И надо понимать, что это абсолютно разные велосипеды. То есть, если вы собирались покупать лимитед и сейчас вы смотрите этот обзор, то я вам сразу скажу, что это разные велосипеды. Тем не менее, этот велосипед я обкатал, и что я для себя понял? Вот как повседневный такой велосипед, где ты можешь позволить себе и покатать ребенка, и покататься где-то в лесу, и просто по городу, и целый день на нем ездить, и понимать, что ты не убиваешь себе GX-систему и аморты, и все это надо постоянно обслуживать, и все это стоит очень дорого, как на подвесе, например, то этот велосипед прям супер-бомба. Потому что, опять-таки, все оборудование, которое на нем стоит, как и весь велосипед, оно бюджетное. Ты можешь спокойно по ровной дороге кататься, накачать себе по 3 атмосферы или по сколько в покрышке. Накат у него, естественно, хороший. И ты себе катаешься целый день и вообще не заморачиваешься. Но если вдруг, то есть катаешься с комфортом, даже если начинается какая-то там небольшая тряска по ровной дороге, вот если что-то такое минимальное, в принципе, оно все хавает, все нормально, только как диван едет себе, все хорошо. Но если вдруг вы захотели выехать на что-то пожестче, на какой-то трейл, я скажу банально, мне даже вот на бордюр на нем запрыгивать, я люблю делать банихоп, я умею делать банихоп, но мне на бордюр даже на нем... напряжно запрыгивать, вот просто вот реально прям напряжно. На вилле кататься, конечно, классно, у тебя сзади нет аморта и все такое, но вот такие какие-то моменты, ну и, конечно же, какой-то там, если спуск, если что-то на нем вы будете пробовать делать, то
это не тот велосипед, у него не та геометрия рамы, то есть он комфортный для езды. Если у вас есть пересеченка, он будет комфортный для езды по пересеченке. Как только начинаются вверх-вниз какие-то спуски, подъемы и все остальное, он перестает быть комфортным. Поэтому, исходя из этой информации, я думаю, вы себе можете примерно прикинуть, для чего вам нужен такой велосипед. На нем классно кататься по городу, он универсальный, он подойдет практически всем для повседневных целей. Но если у вас специфическое какое-то назначение, что-то вы любите попрыгать, покатать или... возможно, даже какой-то дальняк. Хотя, мне кажется, на дальняк на нем тоже было бы ок. Ну, в принципе, то тогда уже будет некомфортно. И из того, что по оборудованию, вот здесь я бы мог в очередной раз могу подчеркнуть то, что RockShox Judy, даже самая простая невоздушная, работает очень хорошо. Второй момент, моноблоки. Я всегда тоже про них говорил плохо, но тем не менее, я с точки зрения эстетической, практической это говорил. Практическое в плане, как оно, если вдруг менять, надо обслуживать отдельно тормоз, апгрейд делать велосипеда, это неудобно. Вот так, что просто кататься, никаких проблем. Вместе оно работает, оно тормозит, оно все, в общем, никаких проблем у меня нет с этими моноблоками. Из моментов, это по системе, здесь 2 на 9 стоит. Оно нормально переключается, все плавно работает, все типа как бы ок, но я вот был бы счастлив, если бы здесь бы стоял сингл, а здесь кассета с чуть-чуть побольше диапазоном, потому что, в принципе, я передний вот этот переключатель, я им не пользуюсь, я уже отвык от этого, я не хочу им пользоваться, что-то там вообще делать вот это с левой стороны. В общем, был бы сингл, было бы здорово, но, опять-таки, я понимаю, что был бы сингл, это уже будет Merida Big Nine 400 или Merida Limited, во-первых, цена. Во-вторых, их нет в наличии, потому что это популярный велосипед. Подходя к этому, хотелось бы сказать, что если вы берете велосипед вот для такого назначения, то есть вам надо недорогой, но такая хорошая рабочая лошадка, которая будет, в принципе, приносить вам удовольствие и выполнять все свои функции. Можете рассматривать вот этот велосипед и велосипеды такого плана. То есть нормального бренда, даже что-то там не сильно высокого уровня на обычной оборудке, оно будет классно работать, вы будете получать удовольствие. Если вы хотите чувствовать больше прям вот перформанса, как говорит Антопель, то, конечно же, если позволяют деньги, Limited или что-то классом выше, Big Nine 400, ну, Limited, опять-таки, он лучше. Вот по ощущениям, по всему я понимал, что на нем можно себе больше позволять, у него лучше накат. Вот эти втулки, которые на осях, конечно же, они тоже, все оно, в общем, оно стоит в два раза дороже. И вот ровно сколько оно стоит, насколько дороже, вот примерно настолько оно и лучше. То есть этот будет выполнять свои функции, вы будете получать удовольствие. Но если вы хотите прям как-то с больше назначения, скажем так, расширять свое, или чтобы он был легче, и в принципе много будет разных интересных еще нюансов, то, конечно, если вам деньги позволяют, берите ровно то, что вам позволяют деньги. Ну и последний, самый важный момент, о котором я бы хотел сказать, это почему я еще взял именно эту модель. Потому что эта модель была. Я уже не раз снимал видео в начале сезона, и мы говорили, и я, и Саша, о том, что сезон сейчас, этот, следующий, они будут довольно-таки специфические. С поставками из-за коронавируса сейчас очень много проблем, и поэтому я думаю, что любой, кто в этом году покупал себе велосипед, столкнулся с тем, что велосипедов дефицит. Поэтому я тоже хотел себе взять, может быть, Limited или еще что-то, но исходя из того, что было в наличии, что есть, я выбрал и взял, и... честно сказать, остался доволен. Тем не менее, я не жалею, что я не взялся Limited, потому что это была прекрасная возможность попробовать такого плана бюджетный велик, чтобы я и до этого, помню, пробовал пару лет назад. У меня Marlin 5 я брал, сезон катал, и мы в Норвегию с ним летали, все было у нас чудесно. Это просто для того, чтобы я мог говорить тем людям, которые говорят, о, это же самое дешевое, это там дно и так далее, просто говорить, если вы будете на нем кататься, даже несмотря на то, что оно бюджетное, оно все равно будет приносить вам море удовольствия. Конечно же, если вы не собираетесь его использовать в байк-парке, например. Поэтому, друзья, надеюсь, этот отзыв вам будет полезным. Еще раз говорю, что в этом году такая ситуация, что брать надо плюс-минус то, что ок, и оно будет работать. То, что есть в наличии в вашей ростовке. Я бы даже сказал в вашем цвете, но нет, даже в вашем цвете. Вот, даже цвет уже не приходится выбирать, просто что-то есть интересненькое. Берите, катайтесь и получайте удовольствие. Конечно же, напомню о том, что в интернет-магазине Ябайкер у вас есть скидка 7% по промокоду STANSTEP, который можете применить прямо при заказе на сайте. Ну а сегодня спасибо вам за просмотр и до скорых встреч.